Ну что, вот хотел бы что сказать, очередной раз снять. Вот мы очень много делаем и продаем филейных ножей. Это вот судак большой, вот, и это судак средний, это вот очень мягкий, те вот, которые, ну, которые гнутся вот так вот, вот. А, ну, это вот окунь с икрой, его, конечно, лучше сразу, чтобы икру не портить, икру сразу в уху. Вот, я вспарываю. Вот она такая, прям пузыриком, я ее вспорол аккуратно. Практически не порезал. Она тоже сразу в уху пойдет. Ну, в принципе, не совсем даже уха уже получается. Там сейчас будет рыба и вода. Кстати, ну, наверное, мало ли для кого, если только для начинающих, могу сказать такой секрет. Не секрет, вообще общепринято в уху в конце варки добавлять 100 грамм водки. Есть такая даже пословица, что уха без водки – это рыбный суп. И не увлекаться различными там картошками, моркошками. Ну, 2-3 картошины, даже 2 картошины там, ну максимум 3 небольших. Луковица. Ну, перец, соль, все. Вот это уха. Все остальное – это не совсем уха. Вот. Ну, то же самое делаю. То есть вот этим местом прорезаю сложные участки. Вот здесь жабра. Вот, прорезал. Филе начинается от плавников всегда. Потому что, ну что, вот эти плавники, они, в принципе. Вот. Конечно, многие, допустим, меня упрекнут, что это непрофессионально. Ну, ничего. Вот, я стараюсь почище снять его именно с кости. Именно вот так. Ну, достаточно чисто. Ну, немножко в начале. Вот. Значит. Тут видно, как работал. Для чего гибкость ножа, да? Вот видно, чтобы он чисто снимал все с позвоночника. То есть чем меньше, в принципе, на позвоночнике остается, ну, тем лучше. Кстати, вот там некоторые говорят, вилкой держать. Не, а вилкой. О, ножом можно рыбацким держать. Все равно, как бы, вот если человек рыболов, то нужен и этот нож, и этот нож. Потому что совершенно разные назначения, и один другой заполняет очень хорошо. А, профессиональные повара это снимают в один мах. Ну, естественно, их там остается жил, да. Ну, мне просто окунь рыба-то мелкая, и мне как бы жалко, если что-то на шкуре останется. Вот. Чудо.